друзья! Всем привет! Сегодня, ребят, у нас выживание. Сейчас Миша пойдем вглубь леса, будем гулять, грибочки искать. Потом хотим с Мишей костер развести. Будем разводить? Да. Костер разведем и сделаем что? Шалаш. Миша говорит, надо сделать шалаш от дождя. Сейчас вот дождик был, только что закончился. Сходим, погуляем, побродим, попытаемся найти какую-нибудь еду, чтобы приготовить что-нибудь. Костерок разведем. Ну, погуляем, короче, ребят. Ну что, вы готовы с нами? Пойдем, Мишань. Пошли. Все, ребят, вперед. Идем, ребят, в самую глубь леса. Дождик вот то пойдет, то кончится. Но мы пока идем. Хотим дойти до одних мест, там, где мы когда-то рвали опята. Туда далеко еще топать, наверное, километр топать. Посмотреть там, там грибочки на пнях. Говорят, есть какие-то грибы зимние опята. Мы с Мишей специально видео посмотрели. Помнишь какие-то? Помню, пап. Такие опята показывали. Я не знаю, ребят, может, вы знаете такие. Но я по видео посмотрел. Вроде такие встречал частенько грибы. И вот говорю с Мишей, давай-ка посмотрим в тех местах. Прогуляемся, посмотрим. Вдруг и правда они. Говорят, они вкусные и полезные. Поглядим, а вдруг там вешенки будут, не знаю. Там же тоже пни такие заброшенные, старые. Ну погуляем, походим. А пока идем все, ребят, вглубь, вглубь и вглубь. Туда. Да вообще заблудиться можно. Да и туда, а тут везде лес вокруг нас. Мы уже утопали с Мишей, наверное, туда от машины километр. И еще топать хорошо. Ну, мы специально сегодня хотим погулять, побродить. Ты как, Миш, готов? Готов. Нормально? Нормально. Ну и идем тогда. Тогда идем, ребят. Смотрите, какая береза. Прямо вот так разделась перед нами. Вот такая большая береза. Здесь вообще много берез. Разделась для нас специально, чтобы мы взяли, воспользовались корой. Мы же с Мишей будем костер распаливать. И смотрите, она уже готовая. Миша, отрываю здесь кору. Вот видишь, Миш, вот это плохо, то, что она уже здесь облезла вместе со вторым слоем коры. И она уже пропадет, скорее всего. Ну, пока она еще, конечно, растет, но через какое-то время она уже не затянется корой. Поэтому, когда снимаешь кору, вот этот слой должен оставаться обязательно. Ну, это если ты, допустим, сам надрезаешь, снимаешь кору, то чтобы вот этот слой вот этот оставался, но не до такой степени. И тогда будет береза продолжать дальше расти. Но нам, можно сказать, повезло вот так вот, и мы прямо вот так нарвем сейчас, карманы набьем и пойдем дальше, ребят, гулять. И на костер у нас уже растопка есть. Никакая бумага не нужна. Любые сырые ветки растопят в легкую. Это самая лучшая такая растопка из березовой коры. Что, Миш, идем дальше? Идем. Нарываем. Давай сейчас я сейчас ору здесь повыше. Вот там я вижу хорошие пласты. И пойдем дальше гулять. Что вот такое выживание в лесу? Миша у меня все говорит. Пап, когда на выживание пойдем? Когда будем шалаши строить? Когда будем спать в лесу по-настоящему все? Говорит, как ты, Миш, говоришь? Хочу адреналинчика, да? Ага, хочу адреналина. Адреналинчика, говорит, хочу. Кабанчик, говорит, увидеть. Я говорю, увидим кабанчика. Ну, его нафиг такой адреналинчик. Ну, ладно, это, ребят, одно. Но что еще нужно при выживании? При выживании еще нужно много ходить. Вот я Мише говорю, вот сейчас мы с тобой ходим. Вот уже протопали километра полтора. Нам еще обратно топать. Еще сколько дел поделаем. Вот в чем заключается-то. Потому что если придется выживать, придется куда-то идти. Идти, идти, возможно, весь день. Возможно, второй день идти, третий. Может быть, неделю. Для этого надо много ходить. Чтобы ноги были приучены к ходьбе. По лесу, по всем этим веткам, по всем этим палкам, к ориентации леса. Поэтому это уже начало, Миш, нашего выживания, понимаешь? Да. Уже начало нашего выживания, как бы началось уже. Мы уже тобой бродим, ходим, тренируемся. Ладно, ребят, идемте к тем местам, еще не дошли, еще топаем. Какой здесь можжевельник красивый и очень высокий. Но я, Миш, места вообще знаю. Помнишь, мы с тобой были в одной деревне? Помню, пап. Там вот целые поляны, выше Миши роста, выше меня даже, вот такой. Кстати, полезный тоже, Миша, из него настойки делают, там веники, по-моему, делают. Ну, как тебе не вдавался можжевельничком. А вот здесь вот, посмотрите, кто-то кору березовую снимал, и снимали правильно. Сняли только верхний слой, а вот этот слой остался. И к дереву должно опять затянуться корой. Со временем оно затянется. Видишь, Миш? Так что вот так вот надо снимать, а не вот так вот до самого дерева, до деревесины. В этих местах мы с Мишей находили очень много белых. Ну, я думаю, на следующий год опять за ними вернемся. Ну да. Вернемся, Миш?
вернемся. А вот здесь вот заросли, пни. И вот здесь были много опят. И здесь вот, вот какая-то грибница прямо на пни. Смотрите, вот прямо грибница идет. Я так уж понадеялся, думаю, может быть здесь. Ну, погуляем заодно, побродим. Вот пни такие уже хорошие, старые. Его пока не видно. Сейчас еще пройдем вон там. Ну, сейчас здесь не будет, вернемся обратно, туда еще в одно место. Там сходим. Пойдем, Миш? Сходим по сосняку, походим. Может быть, сирушки, зеленушки есть. Что-нибудь из этого. А вот это еще за грибы такие. Ложные какие-то опята, видишь? Это ложные опята. Ну, похоже, смотри, на вот эти. Ребят, кто знает, может, они и есть, смотрите. Вот ножка вот такая, вот такие. Ну, я бы... Зимние опята. Вот, наверное, они и есть, скорее всего. Может. И даже еле... Ну-ка, попробуй понюхать. Пахнет грибом, Миш, понюхай. Понюхай, не бой, тихонько. Пахнет, ну, каким-то грибом. Пахнет грибом, съедобным грибом. Ну, такие вот такие вот. Походу, вот, может быть, они и есть. Ну, тут всего-то их вон. Несколько штучек. Вот пучок и вот. Ну, я все равно сомневаюсь, ребята, в этих грибах, поэтому вряд ли бы я их нарвал. Хотя вот здесь вот есть, смотри, Миш, какие-то. Или они вот переросшие, вот они. Или они были, вот. Ну-ка посмотрим. Да, эти вообще уже переросшие. И вон какие, смотри, Миш, прямо. Я говорю, тогда эти пни, они же так же на пнях растут. Ну, пойдем еще походим здесь, побродим. Здесь очень красивый лес такой. И пока еще позволяет погода. Во-первых, тепло. А во-вторых, снега еще нет, морозов нету. Таких, что прямо зима уже. Но уже, я так думаю, что вот-вот. Неделька, гляди-ка, тут, может, другая, и все. И пойдем на зимнюю рыбалку с Мишей. Ну, в лес тоже будем ходить. Будем ходить зимой-то? Будем, побудем, конечно. Любоваться зимними красотами. Может, какие-нибудь выживания устроим, еще что-нибудь. Очень много нам вот таких попадается трутовиков. Вообще, прям смотрю, много везде. О, какой! И не сломаешь никак. О, смотрите, ребят. Кто-то говорят, что он полезный, что что-то из него можно заварить. Но я как-то не очень знаю. Ты знаешь, Миш? Нет. Можно из него что-нибудь делать или нет? Вот такой. Но он не сильно такой и жесткий. Не то, что прямо дубовый, как камень. Но и такой все равно не мягкий. Да. Вот такой. Подержи-ка, Миш, кусочек. Давай один. А я попробую надломать, хочу понюхать. Смотрите, он прям как гриб дальше прям идет. Прям похож на белый. Прям похож на белый, ребят. Сейчас оторву его, как резинка вот тут. Эх! Смотрите, какой. Ну-ка, понюхаем, Миш. Он грибом пахнет. Пахнет вешенком. Вешенком? Ну, вешенками, шампиньонами. Да, вообще грибами нормально так пахнет, ребят, смотрите. Наверное, его тоже можно есть. Ну, ладно, мы пока не до такой степени проголодались, поэтому будем искать еду дальше. И здесь попадается частенько много таких. И смотрю, вот он, посмотрите, как здоровенные просто. О, шляпа. Он просто огромный, вот с ладошкой сравните. Вот они. Немерено. Пойдем, Миш, туда дальше выходить потихоньку в ту сторону. Друзья, смотрите, какая нам попалась красота. Вот такие грибы. Ну, я так думаю, это ложные точно. Вон они, аж прям какие-то синеватые. А может и нет, ребят, может вы знаете, но я что-то вот эти грибы не знаю. Их здесь много, посмотрите. Может быть, Миш, они не ложные. Может. Смотрите, какие они красивые, вообще прямо. Это грибочки. И здесь, и береза вся, и молоденькие. Давайте сорвем, посмотрим рукой, понюхать хоть хочется. Миш, маленький-то возьму. Вот может и есть вот это зимнее. Напишите, пожалуйста, то я вернусь с Мишей потом сюда. Это будет далеко, и посмотрим. Пахнет грибом, ребят, пахнет грибом. Нормальным грибом. Похоже на опятки, вот они тут весь, все пеньки, Миш. Как ты думаешь? Тут много. Мне кажется, не ложно, а действительно зимние. И вот еще какие есть маленько другого образца. Но, как говорится, ребят, не знаешь, лучше не брать. Посмотрите. Вот те же самые. Такие они немножко с каким-то оттенком таким зеленоватым. Вот если вам видно, приглядеться, он такой чуть-чуть зеленоватый. Нет, друзья, такие грибы мы, конечно, не берем, потому что мы не знаем. Уж, как говорится, проверенные грибы, уверен, когда я знаю. А так принесешь домой, наешься и все, ребят. И больше ни я грибов не увижу, ни вы не увидите. Ага. Пойдем, Миш? Ноябрь месяц, ребят, папоротник такой красивый, вообще. Прям молоденький, зелененький. Классно так эти такие зелененькие участки травки, когда уже на улице чуть не зима. Ага, чуть не зима
уже. А еще папоротник растет. Да, и папоротник. И вот такая красота, смотрите. Такая травка, как елочки. Но они посохли, но смотрится красиво. А так зелененькая травочка еще, да, и присутствует. Пойдемте, ладно, ребят, посмотрим сейчас рядовки всякие, грибочки в сосняк. Может, Миша, хорошо протопали. Ну ты как, нормально? Ага. Хорошо еще, пока настроение бодрое? Еще как. Пока бодрое, ребят, пока бодрое. Но все еще впереди. Дошли с Мишей до сосняка, до вот этого. Здесь прям как в парке. Смотри, Миша, сразу вижу. Маленький ведьмин круг. Небольшой ведьмин круг. Здесь, кстати, много ведьминых кругов попадаются. Вот таких. Прикольно. Пойдемте, пройдемте. Может быть, сирушки есть, может быть, маслята. Там для выживания. Тут грибы белые, я не знаю. Тоже какие-то рядовки, но мы такие тоже не рвем. Я думаю, грибочки еще могут быть. Если морозов не будет сильных, то они еще должны быть. Походим еще, побродим. Давай, Миша, тут, я тут, вот так вот и участками пройдемся, поищем. Здесь прям куча ведьминых кругов. Вот здесь, ну такой не очень понятный. Вот здесь такой круг. И здесь ведьминые круги какие-то. Таким зигзагом вообще. Здесь много. Вон там, вон я смотрю. Тоже, по-моему, ровненький, аккуратный. Вот, смотрите, какой аккуратный. Вот эти два аккуратные. Вот два прямо тут их, да? Вон он тут вообще аккуратненько. Сейчас покажу вам, ребят. Вот это здесь ведьминых кругов. О, посмотрите какой. Видно вам? Вот он, прямо идут. Смотри, пап, вот этот тоже классный. Вот этот небольшой, вообще идеальный, да? Ну-ка. Вот это напали на ведьмины круги, смотрите, ребят. Прямо вот из таких белых грибов, рядовочки. И да, лес такой всегда меня прикалывал. Интересно. И вот, смотри, какое дерево, окружили его. Ага, вот это да. Прямо окружили. Они дерево в плен. В плен взяли. Да, так и есть. Они же там свою грибницу пускают там. Ну, вряд ли они его победят так просто, но поборются. Здесь был межзверуга какой-то. Угу. Видал? Угу. Здесь вообще все перекопано. Вот тут вот даже уже перекопано. Здесь еще не так. А не знаю, почему здесь в сосняк они приходят. Видать, здесь шишки, может, какие-нибудь хавают. И вот здесь вот все перерыто обычно. Сирушек пока не видно. Есть только вот такие всякие беленькие грибочки. Но все не то. Иногда мы с Мишей прямо идем по лесу и специально говорим громко, так кричим немножко, чтобы распугать зверей от нас где-то там рядом. Мало ли, где-то какой-то кабан там. Они же с нами тоже не хотят встречаться, как и мы с ними. Мало ли, вдруг он там, он услышит наше бубнение, и он решит обойти нас стороной. Так что идем, ребят, дальше. Вот это здесь ведьмин круг такой большой вообще. Пойдемте дальше. Пошлите. Миша, уже тут бредем. О, Миш, подними, пожалуйста, кармана вывалилась, кора березовая. Это наше огниво. Брели с Мишей и решили здесь сделать привал. Вот такое местечко, здесь березки, такое углубление. Вот я думаю здесь что-нибудь замутить. Палатку какую-то. Как думаешь, Миш, нормально будет здесь? Ну, не то, что нормально, что ж не нормально-то. Ну, надо подумать, как здесь будет при это... сделать нам шалаш. Костер где распалить так, чтобы он было все удобно. А так здесь низинка, посмотрите, здесь такие овраги. Вот они. И будет хорошо. Даже если ветер будет дуть, мы всегда здесь можем спрятаться. От ветра, от чего-то. А там дальше мы оттуда уже перли-перли. Там вообще лес непролазный. Ну давайте, ребят, здесь и займемся до расположения лагеря. Готов, Мишанька? Готов, пап. Ну погнали готовить тогда лагерь наш. Думаем с Мишей шалаш сделать вот в этом месте. Так вроде бы неплохое местечко. А вот здесь костерчик разведем, будет нормально. Так вроде, как думаешь, Миш, нормально здесь будет? Мне кажется, нормально. Здесь главное, много всяких сухих палок валяется. И здесь, и здесь. И там подняться, там вообще вон сосняка много. Из них и на дрова пойдут, и на ремонт. Вот береза лежит сухая. Ее и возьмем, и вон сосна там. Да, нарубим много здесь всего. Хорошо? У нас всегда с собой вот такое мачете. Так что будем рубить мачете. Сейчас будем готовить. Что, Миш, готов приступать? Готов. Так, будешь помогать мне и костер делать еще надо будет. Да? Ну да. А потом надо что, переночевать в нем? Ну да. А то скоро уже ночь. Покушать что раздобыть. Согласен? Конечно, пап. Ну все тогда. Давай, кидай в кучу.
что, наготовил дров, Миш? Ну да. Костер сейчас будем распаливать, да? Ага. Ну что, ребят, у нас готов такой вот, можно сказать, каркас нашего домика. Сейчас надо лапника нарезать будет. Тут здесь найдем сейчас такой лапник похуже, который нам не жалко. С самого низа обрубим. И попробуем лапником сейчас все дело обкрыть. Посмотрим, что у нас получится. Вот такой вот у нас шалашик. Что, Мишанька, идем за лапником? Все, дров пока оставь, пока хватит. Пойдем. Вот здесь вот елки есть. И мы сейчас снизу с больших елок пообрубаем лапничек. Выживать-то как-то надо, ребят. А иначе как по-другому. Самый низ, Миша, будем рубить. Я думаю, там ничего страшного не будет. Здесь вообще такой завал. Сейчас найдем ее здесь под завалом похуже. Который все равно пропадет. Да, Мишанька? Да. Где нас здесь найти? Ну, давай здесь сейчас и поищем. Я там с самого низа нарубил, так что деревья сильно не пострадают. И, Миш, вон сюда, Миш, спускай их все. А там прямо завал такой, они прям были завалены края, он аж руки еле вырвал их. Так что снизу ничего страшного, деревьям ничего не будет. Фух, сейчас будем делать крышу. Ну, если, конечно, для выживания пришло по-настоящему, то, конечно, тут жалеть не надо. Тут надо уже что-то делать, какую-то крышу рубить, чтобы выжить. Вот такой пока у нас получился шалашик. Ну что, Миш, лайкосик? Лайк! За первый наш шалаш, да? Ну да. Мы еще, может сказать, так не доделали его. Ну, пока вот так. Так какой-то, знаете, так немножко, если вдруг у вас так пришлось бы ночевать бы, то как-то какая-то небольшая крыша была бы. Но, конечно, не спасет вас от дождя такого вот хорошего. Потому что нужно лапника больше. Просто я пока не стал тут сильно укреплять. Пока мы ночевать не собираемся. Но если вы, ребята, нам поставите где-нибудь тыщенку лайкосиков, и будете писать, переночевать, то гляди-ка мы с Мишей останемся здесь, приедем с ночевкой, да? Ну да. Разведем здесь костер шикарный в этом месте. Вот тут будет тепло, а и сами будем спать вот здесь. Я так думаю, можно будет попробовать, да? Здесь такой лес дремучий, все скрипит, все везде. Ну а так нормально, тихо. Нам до машины еще топать далеко. Так что, сейчас пойдем еще еду добывать. Пойдем добывать? Пойдем. А то у нас еды нет, костер горит, а приготовить-то и нечем. Пока мы так дно не стали делать ничем. Чисто папоротника нарвали вот такого сухого, чтобы посидеть. Ну и кинул несколько сухих полен вот так, чтобы сидеть. А так вот, вот такой примерно шалашик. Давайте я сверху покажу вам его. Опа! А сверху так выглядит. Такая берлога. Пойдем, Миш, поднимайся, будем добывать пищу, нам с тобой надо. Вот так вот выглядит, посмотрите. Уютный такой у нас получилось местечко. Прикольно, Миш? Прикольно. Сейчас просто уже поздно, сегодня еще дела у нас такие домашние, вечерние. Миха падает с оврага. Поэтому нам пока не очень-то здесь сильно можем долго посидеть. Но потом, возможно, мы сюда приедем с Максом. У меня, кстати, Макс стремился все переночевать, приехать с нами. Ну да. Он говорит, я да, поеду. Вот, сделаем здесь костер хороший. Приедем, шалаш еще укрепим, подделаем. И все, и будем ночевать. Ну что, пойдем добывать пищу? Пошли. Погнали, ребят, искать, где здесь можно что достать. Такие места здесь всегда бывают, знаешь? Ага. Здесь дубы, видишь? Здесь такой лес разный. Здесь можно найти. А вот тихо-тихо-тихо, главное не шуметь, тихонько, тихонько. Прицелься, давай, прицелься. Вон, вверху, вверху, Миш. Давай, швыряй. Попал вроде. Ну-ка. О, есть, ребят. Молодец, шип. Какая еда. О, свежие, ребят. Свежие. Держи, держи, хороший. Держи, три штуки. Ух ты, блин, а ты чуть не бежала. Держи их, все, погнали. Пойдемте, ребята, их жарить, пока они еще свежие, живые. Вон какие красивые, смотрите. О, какое красивое. Ты костер самый раз, Мишань, пойдем скорее. Какая красота, нам повезло, папа. Повезло, ты молодец, с первого раза долбанул. Да, прям с первого раза.
Охотник будущий. Погнали, все, ребят, сейчас мы их поджарим. Хорошо хлеба взяли. Вот единственное, что у меня есть свое. Вот такое у нас уютное здесь местечко, ребята. Сейчас приготовим нашу живность, перекусим, отдохнем здесь. Как ты, Мишанька? Готов. Согласен. Согласен? Угу. Подустал, нет, маленько? Ну, вот маленько подустал, если честно сказать. Сейчас я вот отдохнул. Отдохнул уже? Маленько? Ну вот, видишь как. Шалаш-то у нас хороший. Я тоже подустал. Сколько мы с ним прошли. Считай, с утра ходим, ребята, а уже время 4 часа почти. Живность это вкусно, сейчас мы искушаем ее, да, Мишка? Угу. Старайся больше над угольками. Мы костерчик большой не стали разжигать, сейчас он нам не нужен большой, нам нужен только для приготовления пищи. А так мы сухие, не промокли, сушиться нам не надо. И ночевать пока мы здесь не собираемся. Но, возможно, и переночуем. Подделаем только еще, может, я тут еще продумаю что-нибудь, вторую крышу приделаю сюда какую-нибудь, чтобы она побольше была. Может, какую-то дома... Палатка старая у меня была такая, плащевка, можно накрыть и все, и вообще можно не бояться. Ух, ребят, набегались? И перекус, да, Миша? Угу. Ну как у тебя? Вкусно. Вкусно. Классные какие подстрелили. Сидим в нашем домике, да? Ага. Ну как тебе выживание? А че класс? Пойдем еще? Пойдем. На свежем воздухе, ребят, вообще красота. Конечно, домик надо сюда делать. Но начало есть, ребят, начало положено. Возможно, туда еще вернемся. Пишите ваши предложения, а мы вернемся. А за грибами мы еще планируем съездить, но в другие места. Потому что здесь нету, совсем нету. И сирушек тоже почему-то в этом году нету. Ну что, друзья, как вам такое выживание? Если понравилось, ставьте лайки. И мы сюда приедем на 24 часа. Ты как, Мишань, согласен? Конечно, пап. Согласен? Согласен. Тебе понравилось? Очень понравилось. Вообще, это выживание супер просто. Ну, главное, Мише понравилось. Значит, ребят, приедем. Но вы ставьте, не забывайте. Конечно, здесь еще будем достраивать, доделывать что-нибудь. Может, еще что-то придумаем. Но пока так. Ну все, всем пока, до скорых встреч. Всем пока. А то нам еще топать отсюда. Уже ночь на улице.